Groovy. Всем хай! С вами Юджин, и мы продолжаем с вами играть в BioShock Infinite. Приключение продолжается. Мы приплыли на гондоле, точнее прилетели на гондоле. Как-то необычно звучит, да? Прилетели на гондоле. Прилетели вот сюда, и это... Что это за место вообще такое? Это аэродром. Аэродром, где мы планируем сесть с вами на дирижабль. И вот с этой девушкой очаровательной по имени Элизабет. Так, черт, нас уже поджидает здесь. Уже поджидает охрана. Приспешники Комстока. На тебе. Тот чувак был жирным слишком, он заслуживал гранатометских выстрелов по нему. Что там сказала Элизабет? Она что там вякнула? Что ты сказала? Все хорошо? Все хорошо. Так, давайте. Что это? Армори. Мы можем здесь улучшить что-нибудь. Улучшение точности. Обойма гранатомет увеличивается на 50%. Дорого слишком для меня это. Так, улучшение точности из пулемета. Ладно, хрен бы с ним. Просто подзаработаем. О, еще Элизабет дала денег. Великолепно. Так, мне нужны патроны для карабина. Вот здесь. Плюс, 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 все дорого. Вигар. Вот здесь. А, тут патрон для пулемета. Смотрите, как плохо. Что здесь? Что? Что такое? А, дробовик. Элизабет чего-то испугалась явно. И меня напугало немножко. Давайте заедем автомат. Так, аптечный набор. Солей можно прикупить. Достаточно. Припасы для карабина. Давайте возьмем. Вот. Все, что нужно для гранатомета. Полный набор. Все, мы в полной боевой готовности. Вперед, Элизабет, пойдем. Идем. Стоп! Ты права, не идем. Надо ограбить автомат. Вот так. Теперь можно идти. Стоп, урна. Я люблю бананы недоеденные. Что случилось? Шухерится что-то. Так, 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 так. Окей. Лифт. Закрыт. А. Надеюсь, он уже здесь. Молодец. Так, только не разрыв. Так, ты и есть сложный пастырь, да? А ты Агнец. Давай лучше без прозвищ. Идет. Как они узнали, что ты придешь? У них есть настоящий пророк. Или им помогли мои наниматели. Почему? Поди знай. Да, интересно, что там они задумали? Что вообще происходит? Я ничего не понимаю до сих пор. Так, Комсток, статуя Комстока. Стоп, мы на дирижабле! Золото! Нифига себе, прям слитками лежит. Давайте защиту усилим. Хорошо. Мне уже лучше. О да, детка, мне уже просто великолепно. Можем пройти сюда? Нет, не можем. Все, Элизабет, где ты? Ты представь, мы сейчас полетим. Неужели нам ничто не будет угрожать? Нам просто так дадут улететь? Покинуть район, покинуть район. Давай. Я понятия не имею, как этим управлять, но думаю, разберемся. Я хочу увидеть Париж, хочу увидеть все. Не волнуйся, я тебя доставлю. Но теперь все зависит от тебя. Стоп, 74 градуса западной долготы, это не Париж. Это Нью-Йорк. У меня было много свободного времени, Дэвид. Я хорошо выучил географию. Ах, черт, не провести ее. Я проигрался. И один парень, он сказал, что спишет мой долг в обмен на тебя. Ну, я же ты сказал ей в прошлый раз. Ладно тебе. Почему она в прошлый раз на это не обиделась? Странно. Давайте сделаем ей массаж плеч. Ну же, все будет нормально. Посмотри на меня, поговори со мной. Мы сможем... Нет! Что ж так... Зачем так резко реагировать? Оказывается, девица совсем не дура. И, похоже, лучше ее не злить. Не понимаю, почему в тот раз, когда мы ей все это сказали, она никак не среагировала. Вообще никак. А вот сейчас она расплакалась. Хотя мы то же самое ей сказали. Это, наверное, прокол в сюжете, может быть, я не знаю. Так, где я? Куда она меня отнесла? Куда мы летим? В Париж? Что ты делаешь, Элизабет? Так, 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 так. Черт, все, теперь она свалила.
Где мы? Ты кто? Да что, я и так лежал. Ничего не делал. В торец. О май гад. Смотрите, здесь рабы. Оп, я могу двигать. О, механик, смотрите. Так. Дейзи, он очухался. Свежий воздух. Значит, ты есть тот самый ложный пастырь? Наделал ты шубу на лотерее. Ты Фицрой? Именно. Я не имею ничего против глаза народа. Но вы забрали мой дирижабль, а как раз сейчас он мне очень нужен. Да ну, знаешь, он очень похож на дирижабль Камстока. Слушай, я не хочу драться. Драка уже началась, Дэвид. Вопрос в том, на чьей ты стороне? Я на любой стороне, Камсток. Бог белых людей, богатых и жестоких. Но если ты веришь в простой народ, вступай в наши ряды. Если веришь в победу добра, вступай в наши ряды. Я хочу улететь. Я верю в дирижабль и полет отсюда. Мы дадим тебе улететь, но сперва помоги нам. Естественно. Один оружейник из Финтона снабжает нас оружием. Заберешь у него товар, получишь дирижабль. А что, людей мало? А вот если бы я разбил себе голову. Об этом она не подумала. Глупый у вас довольно-таки лидер, ребята. Куда? Надо найти Элизабет, пока она не сбежала. Будьте вы прокляты, будь все проклято. Я все, я не хочу так больше жить. И не дают умереть даже. Так, давайте лутать. Хорошо. Нам предстоит еще много приключений и много заданий выполнить. Интересно, долго до конца игры? Так, сюда. Нам вообще куда? Нам туда. Но я хочу сначала зайти сюда. Так. Большой соблазн убить этого доброго мужчину. Он волен? Больше ты его не увидишь. Его забрал летучий отряд. А тут их двое. Ребят! Ладно, пощадю вас. Я сегодня добрый. Так, что это? Автомат. Плюс к ловушке тролливали. У меня нет денег. У меня нет денег. Это есть любовь. Оп! Да это всего лишь... Это доброе. Доброе заклинание, ребят. Не бойтесь. Смотрите, а этому кажется пофигу. Он слишком увлечен своей работой. Бери с него пример. Займись делом. Окей, пойдемте вот сюда. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Кинцо показывает. Что, о чем он думает? О быке и о льве. В очках. Смотрите на глаза льва. Такие грустные. Так, есть яблоко. Simplicity is beauty. Simplicity. Simplicity, я забыл, что означает это слово, но что-то с простотой. Скользкий пол! Воу-воу-воу! Как синхронно вы, ребят, действуете. Окей. Так, нам... Вот сюда. Здравствуйте, офицер. Хорошие усы, мне нравятся. Они бы хорошо сгодились, как щетка. Для этих вагонов. Хорошо, пойдемте вот сюда. Вот туда нам надо. Аккуратнее. А вы почему бритый? У вас же так не принято. Вот сюда. Сейчас я... А прыгнуть нет, нельзя. Ладно. Жалко, нет субтитров того, что говорят. Опа. Нет, там можно зайти, там наверняка есть какой-нибудь бонус. Откройте дверь. Сегодня в Гринвилле, штат Техас, полиция схватила Эдварда Тедди Тейлора, белого, 17 лет. Ему вменялось духовное правонарушение за то, что он молился отцам основателям. Полицейские не успели доставить заключенного в тюрьму и... Его перехватила толпа горожан. Что? За что? Вау-вау-вау, что? Блин, это из-за того, что я грабить начал. Так, новый предмет. Брюки, хрупкая кожа. На время делает противников рукопашным неуязвимым. 5 секунд жертва получает в 2 раза больше урона.
Давайте наденем. Оп! Например, вот сейчас. Он получает больше урона, чем обычно. Да блин! Да что ж такое, ребят, что ж такое? Я не хотел. Вы ж... Блин! Испугался. Все, все будут сюда бежать. Умрите, пожалуйста. Так, кто еще? Кто следующий? У-у-у! Летающий автомат. Окей. Вот, вот я влип. Хорошо. Он поможет нам временно. Так, где, где? Вон пулемет. Вон еще один. Вау. Мне нужно пулемет захватить. Итак. Оп! Все, слышу, как они там погибают в муках. Блин, кто ж мог. Кто же мог так подумать, что такое произойдет? Как неожиданность. А! Что, зачем я. Зачем он взял эту штуку? Так. Сражайся с ними, сражайся, солдат! Вау! Там этот огромный. И еще раз. Теперь добьем его рукопашным. Не получилось. Получилось. Все, кажется, четко, четко сработано. 6-стволка. О май год. Так, она должна завестись сначала. Хорошо. Поюзай, потом еще заменю. Я правильно вообще иду? Да, правильно. Ты с ними заодно, я уверен! Получай. Опа. Ловушки. Так, это шок-жокей, да, могу напухаться? Ага. Хорошо. Куда мне... А, вот сюда. Что здесь произошло? Авария какая-то. Так. Патрончики, патрончики. А ну, вали отсюда. Хочешь знать, как мы поступаем с зайцами? Так сейчас узнаешь. Маленькая девушка. Это Элизабет. Да постой ты. Убирайся прочь, отстань. Что ж ты? Что ж ты будешь делать? Только сейчас мне подсказывают, что левый шифт пригнуться. Да, давай просто поболтаем. Она очень сильно обиделась. Нет, только не разломы. Elizabeth! Да что ж ты делаешь? Смотрите, мы на каком-то торжественном празднике. Да погоди ты, баба. Я не сержусь. Черт, я не могу пройти. Что ж ты творишь? Я с тобой не пойду. Да не входи туда. Мне такой спутник не нужен. Ее взяли, дура. Нет, пусти. Как я слышу до сих пор оттуда. Она через, просто через стену, что ли, прошла? Вот. Так, где должен быть другой вход. Подскажи мне, стрелочка, чудо-стрелочка. Вот сюда, да? Спасибо. Так. Я надеюсь, сейчас будет тихо и не будет сражений никаких. Сюда давайте... Снайперка. Окей, идем дальше. Так, отцепись, убери руки. Она тут. Так, мы можем... Крюк. Мы можем сверху, с платформы. Так, он хочет к Камстоку ее отнести. Почему? Черт. Идемте. Стоп. Можно порыскать? У-у-у. И вот здесь есть нечто... А, у меня максимально. Так. Вон она! Так. Убивать! Готов! Готов! Готов, готов, готов! Куда они ее дели? Следующий кто? Оп! Оп, случайно взял, черт. Вот так.
Готов. Сколько их там еще? Хэдшот. Где? Че, бессмертный, что ли? Уу! Вот так! Черт, не в того направил. Мышка дернулась. Готово. Давайте, деритесь, марионетки. Опа, казнь. Так, все, кажется, мы справились. Будьте вы прокляты, не трогать мою женщину. Чувак сидит, живой вообще? Кажется, болен. Как его выпустить отсюда? Так, щиток нельзя. Не понял, мне куда? Мне сюда? Я слышу кого-то. А! Я понял. Есть. Так, в какую сторону идти? Вот сюда. Сейчас давайте заправимся. А, дорого. Полный набор. Давайте закупим до конца. А где у нас тут пулеметы, патроны? Или как он называется? Шестиствольник? Шестистволка, да, по-моему? Вот. Для... Вот. И давайте взломаем аппараты вот так. Черт. Ну что, вперед. Да она опять уехала. За ней. Куда она делась, да? Вон она, бегом. Да спрыгивай, ты что? Вон она стоит. О май гад, жирный, огромный. Нет. Все, это смерть. Ага, нас таки спасли. Смотрите, не бросил нас. Нечего за мной ходить, мистер Дивит. Элизабет, я же договорился, нам вернут дирижабль. Ты сможешь нас вытащить? Да, мне только нужно снабдить оружием целое восстание. И как это сделать? С помощью наших многочисленных друзей? С помощью оружейника из Фингтона. Дело плевое, так что по рукам. Ты обманщик, Дэвид. И бандит. Но без тебя не смогу попасть в Париж. Ну вот, она покапризничала и вся. Теперь она нас простила. Фух, я думал, мы будем долго за ней гоняться. Отправляемся в Фингтон. Только не думай, что я буду с тобой вечно, Дэвид. Мы вместе, пока ты мне нужен. Так, все тихо. Не напрашиваемся на неприятности сами. Просто тихо идем. Нам вот сюда. Правильно? Покинуть район. Так, я думал, нам придется сразиться с механиком, но мы ограничили заставочек небольшой. Так, ваше будущее из Фингтон. Ваше будущее Фингтон. Добрый день. У меня оружие, но не обращайте внимания, ребят. А вот и твой оружейник. Одни считают ее героиней, другие опасной преступницей. Это про Фингтона. Лично мне плевать, кто она, лишь бы дирижабль отдала. Давайте посмотрим кино. Путь народников.
Дейзи Фицерой ведет свою мерзкую шайку... Шайку, да, там было написано? На погибель. Конец. Это все? Какое содержательное кино было. Так, мы можем... Плюс к Мустангу. Не, не хочу деньги тратить на Мустанга. Вообще не хочу деньги тратить на что. Деньги? Хорошо, спасибо. Ну давайте, наверное, сюда. Да. Хорошо, что никто не обращает внимания, что у меня пушка в руках. Куда ты идешь? Там сюда разве? Да, вот сюда. Что это у тебя там? Так, имена. Джон. Нет, нету имен, которые бы я запомнил. Добро пожаловать в вербовочный центр Финка. Сейчас работники нам не нужны. Валите домой. Как ты собираешь... Так, нелегально, давай поищем другой вход. Хорошо, нам надо пройти. Используя хитрость нашу. Сломаем дверь. Вот ты где, давай. Ломай. Смотри, тут есть служебный лифт. Думаю, можно спуститься на нем. И подставиться под пули. Вон он стоит. Надо быть с ним аккуратно. Там еще я вижу людей. А где служебный лифт? Так, хорошо. Давайте... Тихонько идем. Оп, вон он! Все, обнаружили нас. Давай, мочи их. А мы пока... На служебный лифт. Воу! Так, он снова с нами сражается или что? Вот так. Черт, сейчас убьют меня. Есть. Так, давай. Что это? Готов. Готов. Я его не убил, оказывается. Все, есть. Давай, как нам вызвать лифт? Так, хорошо. Видимо, мне нужно сначала всех убить. Сколько еще осталось? Смотрите, прям испепелило его. Воу-воу, еще куча целая. И там я вижу, кто идет с той стороны. Его мой рукой. Окей. Так, я думаю, это все. Мы можем использовать лифт? Теперь можем. Так, надо найти, где вот этот лежит, да. Его залутать. Это шкаф Слейта. Он здесь работал. Слейт? Где? Это дневник моей матери. Откуда он у Слейта? Муж утверждает, что ребенка сотворила божественная воля. Я верующий человек, но я не дура. Его ублюдка не место под этой крышей. Ему точнее. А, его ублюдка не место под этой крышей. Моя мать. Это она заперла меня в башне. Элизабет. Я хочу улететь отсюда, пожалуйста. Да, сейчас ждем лифт и уходим. Заходи. Так, видимо... Почему ублюдку? Приветствую, я Ереми Финк. И я расскажу вам о том, во что верю сам. Верю Джереми, Ереми. Какая из всех тварей божьих чудеснейшая? Конечно же, пчела. Вы видели отдыхающую пчелу? А пчелу на больничном? Не бывает такого. Вот поэтому я говорю вам, будьте как пчелы. Игра слов. Be the bee. Ho. Так, телефон. Алло.
Дэвид? Да. Вас вызывает мистер Финк. Что происходит? Дэвид? Финк у аппарата. Мальчик мой, слушай. Мы тебя давно заприметили, и вот что я скажу. Ты нам подходишь. Мой заместитель, мистер Фламбо, даст тебе все необходимое. Что это? Без понятия. Он будто рад был тебе представиться. Не, чувствую подвох здесь. Я никому не доверяю, ребят. Никому. Так. Ты. Ну и самомнение. Ну, у Камстока покруче самомнение будет. Кстати, прям из золота сделано, да ведь? Такая музыка настораживающая, я уже нервничаю. Так, люди спят на копиях. Меня спрашивают, Финк, почему нам платят жетонами, которые можно потратить только в фабричном магазине? Вот мой ответ. Мы защищаем работников от бессовестных торгашей. Понимаете, компания Финка заботится о вас и продает товары Финка по специальной цене. Хорошо. Мистер Дэвид, добро пожаловать. Здесь вы найдете все, что может понадобиться вам в ходе визита. Ух ты. Оружие и припасы. Чего от нас хочет Финк? Прости, мисс, но мистеру Финку нужен только этот джентльмен. Почему? К сожалению, мисс, все вопросы касательно этого джентльмена следует задавать лично мистеру Финку. Ага, вот такие дела. Элизабет, жди меня здесь. Что ты думаешь, похоже, у нас одной проблемы больше. Нам нужен грузчик, чтобы перетаскать полтонны угля туда-то там. Пойдем за оружейником или поищем припасов в часовой лавке? Так, хорошо, куда нам идти? Просто скажите, куда идти, я пойду. Вот сюда. Припасов у меня достаточно, еще по ходе игры кучу найду. Так. Вот он, Чжен Лин, оружейник. Чжен. Опа, у нас есть аудиожурнал. Так, Дейзи Фитрой. Нам нужен пастырь. 6 июля 1912 года. Место великий Чжин Линь, оружейник. Мне совершенно необходимо поговорить с этим ложным пастырем, который весь город поднял на уши. У нас и без него проблем хватает, а он там палит почем зря и сваливает все на нас. Хотя если он хорош собой, он может оказаться как раз тем, кто нам нужен. На самом деле, будь я пророком, как Камсток, я бы сделал такую штуку. Я бы специально призвал бы какого-нибудь сильного человека, сильную личность, как Дэвид, и сильного воина. Объявил бы его лжепророком, то бишь злодеем, и на глазах у народа победил бы его. Так тем самым еще больше укрепив свой авторитет. Интересно, для этого ли нас позвали? То есть при том, что я именно осуществляю роль такого злодея, я забираю дитя Божье прямо у народа. Убиваю всех подряд, видите? И как раз Камсток должен появиться, чтобы убить меня, чтобы уничтожить зло в моем лице. Это был бы очень коварный и хитрый план. Да, да, давай. Почему бы нет? Appreciate it. И нам... Стоп, а вот если сюда спуститься... Жарко на вид, очень жарко. Идемте наверх. Я о нем читала. Это Будда Гуатама. Кто? Основатель буддизма. Он 49 дней провел под деревом Бодхи и достиг просветления. Думаю, что Камсток не любит, когда в его городе молятся не ему. Опа. А, это как раз... Здесь поклоняется. Hello? День добрый, Hello? Мистер Лин. Чен Лин, это не З, это Э. Что-то случилось? В обыске, я думаю, тут прошлась местная полиция.
Куда ты хочешь, чтобы я пошел? О, великая стрелочка. Внизу кто-то есть. Так. Кто-то плачет. Так, поговорить с мисс Лин. Что случилось? Извините. Простите за беспокойство, мэм. Мы ищем мистера Линя. Мистер Чен Лин. Мистер Лин не тут. Его нет. Убили? Его взять летучий отряд. Я молюсь Будда, молю вернуть его, вернуть муж. Мэй Лин. А, его не убили, его забрали. Куда его забрали? Клуб. Всех забирать в клуб «Добрый час». Где этот клуб? Говори быстро, где клуб. Сами найдем, оставь ее. Глаз народа не помогает, Чен Лин. Почему? Фицрой не помогает, Чен Лин. Почему? Что за летучий отряд? Легавые наступили Линю сапогом на горло и начали расспрашивать про Фицрой. Мы же на нее работаем, да? Кроме того, ладно, давай выясним, где находится этот клуб «Добрый час». Какую нам... Ага. Придется вернуться обратно. Не верю, что Фицрой выполнит договор, но я не дочитал. И нам... Теперь стрелочка покажи. Вот сюда. Оп! Что такое? Во-во-во-во-во, только не это. Механик, Черт. Так. Убивает просто меня. Так. Ловушка не работает. У меня убьет сейчас. Так, черт. Давайте. Подбросим его. Это не работает. Блин, вот это я влип. Так, давайте что-нибудь другое тогда. Вот это. Мимо! Вот сволочь. Перезарядка. Все, меня нет. Побоем больше. Стоп! Мне нужно одеться, у меня есть. Что-то против... У меня же было что-то против механиков, я помню. Так, назад. Здесь, где-то. Вот. Как у нас... Как одеть? Вот. Так, во-первых, на тебе огнем. Теперь... Черт, я сразу не посмотрел. Взрывается. Они такие сильные. Ты мне совершенно безразличен, Дэвид. Но должна признать, драться ты умеешь. Ты мне совершенно безразличен. Козуха. Давайте пороемся, может быть, найдем что-нибудь полезное. Например, вот это. Вот то, что нужно. Так. Увеличен урон. А, это увеличение, это улучшение оружия. Ясно. Прости, что я сказала в доках. Ты не бандит. Да? И почему ты изменила мнение? Ты меня защищал. Такая работа. Идемте вот туда. Там пулемет, кстати говоря. Надо его... Что меня не достреливал и просто промахивался. Спасибо. Блин, она необычайно полезный персонаж. Столько всего хорошего дает. А вот и клуб. Значит, осталось найти мистера Линни. И слушай, зови меня Букер. Не верю, что Фицрой выполнит договор, есть люди, которые просто не платят долгов. Итак, сохранение. Я думаю, на этом мы с вами закончим.
Огромное спасибо, что смотрели. Надеюсь, вам понравилось. Лайкайте, комментируйте, подписывайтесь на канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, вступайте в группу ВКонтакте в Стиме. Все ссылки будут в описании под видео. С вами был Юджин и Петюлю, ребят. Петюлю и... Всем пока!